Вот такие поделки своими руками изготавливают дети из города Лутугина. Сейчас в Центре реабилитации восхождения проходит программу 22 ребенка из Луганской Народной Республики. Всего в наш регион прибыло 32 человека. Из них 22 ребенка в возрасте от 3 до 15 лет, а также 10 сопровождающих взрослых. Ребята уже побывали на экскурсиях в Ульяновске, сходили на каток и в кино. 15-летняя Дарья Бересток рада любому творческому и спортивному занятию, которое предоставляют восхождение. Мне все нравится, в отличие от нашего города. Тут очень много развлечений. Тоже стараюсь попасть везде, куда только можно. Дорога тоже была приятная, комфортная. Никаких неудобств не было. Игорь Таюрский своими руками сделал оберег – куклу здоровья. Мальчику также очень нравится отдыхать и заниматься творчеством в центре восхождения. Я шил игрушечную мишку. Там закладка делал, муравья, там много чего сделал. Uh-huh. А в Ульяновске что тебе понравилось? Мне понравились всякие достопримечательности, по типу музеев, катков. Ольга Бондарева приехала в Ульяновск вместе со своей дочкой Баженой. Женщина благодарна сотрудникам Центра восхождения и администрации за радушный прием. Когда ты чувствуешь домашний уют и тепло со стороны принимающей стороны, ты находишься как у себя дома. Поэтому мы очень благодарны и руководителям Возрождения, и губернатору, и всей Ульяновской области, всем жителям. Мы безумно благодарны за такой теплый, радушный прием. В гостях у детей побывал губернатор Алексей Русских. Глава региона приехал в реабилитационный центр восхождения с большим тортом и пообщался с детьми за чашкой чая. А гуляли по Винсуту? Гуляли, конечно. Гуляли. Гуляли. Ну, вот у нас верхняя набережная. Да. По мосту, да. Гуляли. Понравилось? Да, было очень красиво все. Понятно. Местные не обижают? Нет. Нет. Все добрые, все хорошие. Да. Понятно. Люди как люди. Все приветливые. Сейчас для каждого ребенка в центре разработана индивидуальная программа реабилитации. Для этого здесь есть оборудованный физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, сауна, гидромассажная ванна, фитобар с аппаратом для получения кислородного коктейля, светлая и темная сенсорная комната. Наш центр восхождения в больших лечащих, он рассчитан на обеспечение социально-реабилитационной помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также социально-педагогическая помощь. Мы задействовали в рамках нашего визита гостей и наш реабилитационный центр «Подсолнух», находящийся в городе Ульяновске. Также работает с нами одна детская медицинская организация. Дети из Лутугина будут находиться в Ульяновской области 2 недели. За это время они вместе с родителями отдохнут и поправят здоровье. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ол Правда ТВ.